Каждый день мы выходим на улицы родной Одессы. Взрослые дети спешат по своим делам. Утром в школу и на работу, вечером поскорее домой. И мало кто из нас находит минутку, чтобы остановиться у необычной арки, рассмотреть маленький старый мостик в парке или поднять взгляд на сверкающий купол. Но сегодня гостям пространства «Большой Буг» предложили посмотреть на любимый город под другим углом и обратить внимание на крыши. А вот сверху уже сделано это... Интересная добавка, да, такая на крышу, как маленький купол. Это одновременно и вентиляция, и такое украшение. Крыша – это что-то такое интересное, но то, что мы обычно не видим. И то, про что у детей не могут возникнуть вопросы сами, потому что они это просто не видят. Обычно дети как? Задают вопрос про то, что они перед собой видят. И хотелось показать детям другую сторону здания. Именно так, с путешествия по романтичным крышам стартовал сезон детских прогулок по Одессе с Большим Буком. Главная задача проекта – показать детворе и их родителям настоящую красоту родного города и донести ценность каждого уголка нашей с вами Одессы. Я мечтаю, чтобы каждый ребенок и каждый родитель вместе с ребенком стали достойными горожанами и гражданами, так как было раньше. Вот мы в этих прогулках и на этих лекциях небольших узнаем, в чем же ценность, какова история. Вот Владимир Иванович нам рассказывал, например, как создавался памятник Пушкину. На этот памятник собирали деньги жители города. Это удивительный случай, он, по сути, уникальный. Жители города оценили то, что великий писатель и поэт жил у нас в Одессе и собрали деньги. Да? Я считаю, что каждый ребенок должен знать и историю, и города, и знать, в чем, собственно, ценность каждого элемента, каждой арки. Проект включает в себя небольшие интересные лекции, прогулки с архитекторами, экскурсоводами и другими знатоками Одессы и возможность, например, нарисовать увиденное. Темы, программы и маршруты прогулок будут меняться, а узнать о них можно неизменно на страницах в социальных сетях. Наталья Костенко, Дарья Черных, Андрей Кульба, 7 канал.